Сегодня у нас в меню детям рисовый супчик на курином бульоне. Любим густой. На гарнир у нас сегодня картофель в мундире обжаренный с чесноком, с травами. Очень вкусно. Основное у нас это индейка с грибами, детям с помидорами. Также сварила клубничный компот. И у нас небольшой праздник, поэтому торт на сковороде, только крем я сделала, сгущенка вареная и сметана. Всем приятного аппетита! Только дай знать, где ты находишься. Дай знать и все.